справа уже через руку. Вещи, которые ему очень сильно то, что левый налево убирает с линии атаки. Хорошо, левая боковая напряга. И опять через руку Поветкин. Мы знаем, что Дюапап парень терпеливый. С Уайлдером он подходит к концу первый раунд. Тем более понятно, ты едешь в гости к хозяину ринга. Тные бои. Справа ударил Дюапа. Сдваивает атаки под туловищу, да, слева. По себе широкие плечи. Да. Закрывается плотно. Но находит. Потому что руки у него подлиннее. Впереди вправо, только не вести на нем. Хорошо, левый сбоку сдвоенный. Приходит блок. Дюапа ждет. Дюапа смотрит. Справа очень опасно. И застаиваться. Неплохая. В тонких мире, как я понимаю. Три. Но нужно по марке. И помимо этого, того, что другой сражение эмоционально. Хорошо. Хорошо, Поветкин. Сериал. Быстро заканчиваются раунды. Хорошо. Больше попал. Хорошо. Слово, которое оказывается, то давление, которое сказано на его команду, на его лично. Это как этим всем справляться. Хорошая атака. Уже не первый тяжелый получается удар, но тем не менее большинство из них. Вот хорошо по туловищу. Дюапа. Хорошо, попал. Догнал и попал. Да, я напоминаю, прозвище у него рептилия. А, ну, вы же знаете, да, друзья? Количество переходит. Хорошо, догнал! Потряс с левым крюком по ветке. Вот Дюапа. Очень неудобной позиции. Чуть не потерял баланс. А сейчас уже очень тяжело продолжение. Саша, да, пропускает Дюапа. А сейчас Александр будет развивать. Большое спасибо Дюапа за то, что он осмелился это сделать и выйти на ринг. 15 тысяч зрителей пришло, новые посадочные места в арене построены. Вообще почти всяческих похвал. Как человек смелый и мужественный. Но вот эти боковые удары с двух. И Поветкин в этой ситуации старается работать попусту, а каждая атака, чтобы заканчивалась точным ударом, а то и несколькими. Конечно, хорошо, сейчас право прямое. Вот такие и удары. Опять три подряд левый бок. Поскользнулся Поветкин во время своей атаки, не получилось реализовать. Да, они не могут приниматься на протяжении всего боя. Да, может и не успеть. Процентов на 30, да, увеличить. Право и направо, уже опалывает очень. Все-таки эту защиту. Ну что ж, первая половина боя. Хорошо. Заканчивается нокаутом. Жон Дюапа после левого бокового тяжелейшего оказывается в нокауте. Быстро извлечь капу изо рта. Нам повторяют мощнейший.